Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такие вот батарейки аккумуляторные 27-00. И название вы в принципе видите. Не буду я его читать, потому что я прочту неправильно. А батарейки у нас АА, то есть, ну, в принципе, пальчиковые для фотоаппарата. Ну, я покупала для фотоаппарата. Вот, здесь уже написано, что срок службы до 300 циклов подзарядки. А раньше это было не так. Раньше было, вот как, когда они вот произведены, здесь вот 19-го года, то есть буквально сейчас год. И раньше было написано 5 лет, допустим. И 4 года, например, они у меня должны прослужить. Здесь сейчас написано 300 циклов, но когда они станут у меня неисправны, я обязательно напишу в комментариях. Как правило, они начинают просто очень быстро разряжаться. И давайте посмотрим, что у нас тут. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, что нельзя с ними делать? Молотком бить. Никогда бы не додумалась. Вот, но если вы их покупаете, старайтесь покупать посвежее. Вот, то есть не 19-го года, а 20-го. Того года, какого вы собрались. Так, и давайте же их откроем. Да, кстати, покупала я в Ситилинке. Стоили они 650 рублей за две штучки. Вот они сами батарейки, аккуратненькие, красивенькие. На самом деле их я покупаю уже не первый раз. Моему фотоаппарату, так давайте вот так сделаем, чтобы вам было видно, чтобы не забыли. Моему фотоаппарату уже, сколько ему? Ему уже 13 лет. Вот так он у меня выглядит. Самый обычный. И, честно говоря, я ему очень-очень рада. То, что именно он у меня Panasonic старенький, уже такой весь облезленький. Вот, так включим. Да, вот он у нас показывает, он у нас работает, все в порядке. Да, на данный момент в нем находятся другие батарейки, я взяла у мужа временно. Вот здесь какие-то вот такие вот другие, но, честно говоря, они мне не понравились, потому что они очень-очень долго заряжаются и быстро разряжаются, хотя им всего год. Не знаю, где их муж взял. Так, вставляем эти батарейки. Сейчас мы с вами проверим, работают они у нас или нет. Все, работают полностью, по-моему, даже нет, половина заряжена. Вот, смотрите, они у нас работают, все в порядке. А, также, конечно, я напишу в комментариях, сколько они заряжались, и, конечно, желательно их полностью зарядить, ну, раза три так сделать, чтобы они у вас все-таки, вернее, чтобы их у вас хватило надолго. Но батарейки действительно классные. Поскольку я уже сказала, моему фотоаппарату уже 13 лет, то, конечно, я таких батареек уже сменила штук 5, наверное, точно. Также, кстати, для них есть зарядка. Она есть, продается вместе с ними в комплекте. Отдельно не помню. Это я покупала с какими-то там батарейками. И, конечно, я покупать заново не стала. Мне она нравится, очень удобно. И здесь вот даже можно параллельно что-то еще заряжать. То есть и батарейки будут, и внешний аккумулятор, например, или телефон. Если у вас нету розетки, можно вот так вот сюда вставить и заряжать. Очень удобно.
наклейка здесь, потому что у меня точно такой же у моего мужа, и чтобы мы не путались. Мой был немножко поновее, а у мужа постарее, поэтому я наклеила наклейку, что это мой. Вот, так вот. И на сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему ребеночку уже 3 года. Вот, также смотрите обзоры на технику. Там очень много интересного, на видеокамеры, Bluetooth наушники, там очень много интересного. Есть отдельный плейлист. Также смотрите обзоры на продукты. Продукты из Фикс Прайса, Светофора, Победы. Тоже очень интересные. Наши путешествия, смотрите. Живопись. Короче, на канале моем все, что угодно есть. И все для вас. Смотрите. Также обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии свои, как вам понравились такие батарейки, покупаете вы их или не покупаете. И всем пока-пока, с вами был канал Артмания.